погоде зато красивый. Разве вам не хочется посмотреть на Приморский бульвар, на море, на пляжи? Ну, на Дерибасовскую, в конце концов, а? Ну, хочется или нет, что вы так стоите? О, другое дело! Что я вам скажу? Как говорит мой знакомый раввин, если гора не идет к Магомету, значит, Исаак заплатил больше. А вы уже все пришли и решили на нас посмотреть, я правильно понимаю? Потому что сегодня наш театр Фанкони таки пришел сюда поздравить нашего любимого «Фаворит», между прочим, лауреат конкурса «Мадам Одесса» 2006 года. Так что аплодисменты, или как? Какие песни он поет для нас. Возьми той улицы, где белым шатровой.